Надо быть осторожнее. Или пойду крыс кормить. Я знаю, что тебя заинтересует. Лекарство от мрака? Мне бы на крематории накопить. Грабительским ценам. Хочешь прикол? Чернолобые докопались до Мортимера. Вот за это я бы точно не взялся. Он на них накинулся. Пришлось им выбить из него дух. Сам напросился? Потом закинули его на телегу. У меня есть товар для темных дел. Всегда рад вас видеть. Спать хочу. Моя репутация тут стоит как золото. Или, во всяком случае, дороже грязи. Я голодная, как... Ой. Снова ночь, снова мрачники. Давеча видел, как один я болтал знаю, сам с собой. Я соседей сверху тоже так. Как закончилось? Я уехал в Урик.
больно. Мне всегда нравится. Защищены. Мы этим дымом еще в мастерских надышались. Мы тогда такую дрянь отхаркивали. Отдали ее крестьянам. Для научных исследований. Когда Талли скручивала кашлем, он зарабатывал больше нашего. Сейчас-то он уже сыграл в ящик. Все там будем. Завтра будут новые. Мне уже кажется, что они везунчики. Везунчики? Некоторые мрачники откусывают себе языки, чтобы все кончилось. Выдавливают себе глаза, уши царапают. Так себе везение. Старая часовня в Морнингсайде. Это двор королевы попрошаек. Я не подхвачу мрак.
Ольга станет для меня прорывом. Я чувствую. Однако, дружище, кто же станет печатать столь безвкусную романизацию жизни обычного вора? Книга дела часовой башни с площади. Они сказали, что такая книга наверняка заинтересует стражей. Может быть, стоило просить аванс побольше? Несомненно. Что случилось с этим местом?